На ваши вопросы отвечает врач-физиотерапевт медицинского центра «Целитель» Галина Стяблина. Сейчас в продаже появилось огромное количество аппаратов для домашней физиотерапии. Например, аппарат для дроссенваля или домашний электрофорез. Безопасны ли подобные методы самолечения? Нет, небезопасно. В физиотерапии существует много противопоказаний для принятия процедур. И только врач может определить, нужно ли пациенту это лечение или нет. Нужно обязательно обратиться к лечащему врачу, и уже лечащий врач вместе с физиотерапевтом подберет правильный курс лечения и назначит необходимые процедуры. При каких показаниях стоит обращаться к врачу-физиотерапевту? Показаний очень много. Это неврология, лор-заболевания, гинекология, урология. Но сначала нужно обратиться к специалисту и при установке диагноза только потом обратиться к физиотерапевту. Есть ли опасность частого использования физиотерапии? Слышала, что перерыв между курсами должен быть не менее полутора месяцев. Курсы физиотерапии состоит из 10-15 процедур. Как часто их можно использовать, это тоже определяет лечащий врач. Есть такие виды лечения, которые назначаются раз в год или два раза в год. Есть, которые более часто. Все зависит от диагноза пациента и от назначения врача. Школа здоровья на ОТВ Серпухов. Ждем ваши вопросы на почту reklama@otv-media.ru, info@otv-media.ru, а также в социальных сетях ОТВ Серпухов. Следите за нашими анонсами.